английском называется по-русски «Бумажный дом». Ну, просто нереальный сериал. Я, если честно, такого не видела никогда. Что сказал, перевести не могу. Непереводимая часть. Шутка такая, не очень для прямого эфира. Ну, правда, смешно. Окей, не карточный домик, по-моему, бумажный дом. Не карточный домик, по-моему, называется. Ой, ой, ой. Пойду смотреть дальше. Фильм просто нереальный. Я вот, честно говоря... Мура, хорошо. Муроу! Мурляшау, иди сюда. Мурка, хорошо, я сводила сегодня к доктору ее. Потому что она 5 дней не ела ничего. К доктору. У нее там мы сделали ей этот, как это, рентген. Ну, видимо, как гастрит, потому что она прям 5 дней уже ничего не ела, и все, ее тошнит, ее прям с кровью тошнит. То есть как бы она не ела ничего. И сейчас вот поставили укол ей. Вот. И сейчас поужинала чуть-чуть. Муроу! Иди сюда, Мурочка, иди спать. Thank you for the compliment. Thanks a lot. Спасибо, мои любимые, за комплименты ваши. Приятно очень. Сказал, что ну как у нее гастрит. Сейчас от гастрита будем лечить ее. Дали еду ей специальную, такую, которая, ну, которая должна помочь чуть-чуть. Пробиотик, ну не знаю, что-то не сказали. Что без настроя? Вы знаете, когда я с настроем, когда нет, да? Все пасете, все сечете. От вас ничего не скрыть. Сегодня мне приснился сон. Он был такой реальный, вообще просто нереально реальный сон. Зачем ты Леди Гагу обматерила? Я ей не материла, это на самом деле шутка, потому что это слово они на английском все знают. Это была шутка. Гастрит от сигарет. У кошки не может быть гастрит от сигарет. Кошка же не курит. Это же слово у них было на телевидении, помните, недавно? Никто не допер, ни до кого не дошла моя шутка. Когда девушка материлась на русском. И это слово известное для них. Я написала поэтому и латинскими буквами. Бедная Гага, ей капец. В плане комментариев, господи. Вот. На самом деле, я думаю, что сами разберутся. Короче, сон был такой. Сон... Нет, я смотрю не на русском, я смотрю на английском с испанскими субтитрами. Потому что там, на самом деле, на испанском очень, когда шумно и быстро говорят, я не понимаю. Когда субтитрами, то я стараюсь, ну, как бы английский-то у меня вообще легко заходит. Вот, короче, мне приснился сон, что я поехала в тюрьму к ребятам, Кокорин их видела во сне. И какая-то у них тюрьма была просто нереальная, просто. Как вот Форт Боярд такая вот была. Они, короче... You speak very lovely in Russian language. You don't understand what we speak. Anyways, guys, it's just mostly Russians here, so I'm gonna just speak in Russian.
поехали в тюрьму, приезжаем туда. Я приехала, и давай снимать репортаж, типа, как они там сидят. Вот, и там у них было просто вообще все. Я просто увидела вчера этот, на супер увидела, как это называется, фотку, что они играют в футбол, и мне, видимо, на подкорке осталось. Лоренс, what happened to you? Что случилось, дорогая? Что тебе плохо? И, короче, я такая думаю, ничего, как они тут сидят. У них там и водяные всякие аттракционы, и такие, такие, такие. Думаю, блин, нормально они там сидят. Думаю, надо всем рассказать, все пыталась снять. А, еще молния была, как будто. Я снимаю, и как будто молния ударила прям во двор. Я такая раз в арочку зашла, чтобы меня молния не ударила. И такой гром. А я так люблю гром и молнию, просто обожаю. Эфир про витамин будет завтра. Мы просто так никак не схофит не получилось. У нас пока состыковалось. Завтра договорились. Так что завтра вы подпишитесь на этот, как его называется, на оповещение. И завтра, завтра увидите все. Завтра, вернее, проведу, сделаем с ней. Пошла дальше сериал смотреть. Просто зашла поздороваться с вами. Ой, ой, ой. Моница, Моница в Монако. Ну, как ее только не назвали? И Маника, и Моника. Ну, Моница, первый раз я слышу. Платье, путевки разыгрываю. Я не помню уже, что за платье. Мне тоже плохо, любила женатого, я тоже замужем. Ну, ты даешь, дорогая. Ну, ты даешь. Ну, ты даешь. Ты замужем, любила женатого. Мне кажется, надо вот здесь как раз та ситуация, которая для того, чтобы вырасти. И здесь надо проработать эту ситуацию, потому что сделан выбор сделан, как говорится. Замуж вышла, уже все. Вот мне кажется, официально, когда ты выходишь замуж, то все уже. Назад дороги нет. Поэтому вот надо эти эмоции, эти чувства прям трансформировать во что-то другое, в какое-то дело. Спасибо. Буду почаще заходить, конечно. Ладно, пошла я, короче, смотреть сериал. Конечно, нормально девушке упоминать. Сегодня мужчины вам никогда не упомянут ничего. Ни в коем случае. Мужчины, ну я имею в виду, не все мужчины, конечно, но в основном. Это только мужчины могут первыми упоминать о том, что отношения должны быть муж и жена, которые чтят традиции, которые воспитаны правильно. А таких почти не осталось. Вот так. Я дарю вам свою позитивную энергию. Дарю. Сериал на Netflix. Netflix. Ну вот смотрите, если вы Netflix скачаете в России, то вы можете смотреть там все фильмы с русскими субтитрами. И я вам настоятельно рекомендую смотреть фильмы с русскими субтитрами. Потому что только так вы сможете выучить язык. И в большей степени даже испанские фильмы есть на английском языке. Вы включаете английское аудио. Там есть такая, сейчас вам покажу. Подождите. Дайте-ка переключу. Покажу. Допустим, смотрите. Включается фильм. Вот здесь есть такая штука. И вот ты ставишь вот субтитры испанские, ты включил на инглиш, и они хоп, на инглиш заговорили. Have you noticed that so many jokes tend to involve... Вот и все. А сейчас, так как я в Европе, у меня не будет русских субтитров. Но если вы будете в России, то у вас там будут русские субтитры. Почему все в Швеции говорят на английском, на чистом английском, без акцента?
Потому что у них в кинотеатрах вообще нет ни одного дублированного фильма. У них все фильмы с субтитрами. И когда сходишь, ходишь, слушаешь, раз, записалась на подкорку. Потом потихонечку начинаешь слова понимать отдельно. Потом потихонечку субтитры уже читаешь, начинаешь перевод. Вот только так вы можете выучить. Поэтому, пожалуйста, смотрите фильмы на английском, скачайте себе Netflix и смотрите с субтитрами русскими. Все, пошла, короче. И в Голландии также, видите? У меня нет татуировок. У меня была одна маленькая. Не могу до сих пор от нее избавиться. Просто вот ее выжигаю. Все никак не довыжгу. Никогда в жизни больше не сделаю ни одной татуировки. Что мужчина американец приглашает к себе в Америку, говорит, что мы работать должны оба в семье обеспечить, все на свою оба. Так это только так. В Америке только так. Вы что думаете, приедете в Америку, вам там сядете на шею, вас кто-то будет содержать? Нет, в Америке феминизм настолько сильно развит, что там женщина, она как мужчина наравне с ним. Женщины хотели быть наравне, равные. А потом им не нравится, что мужчины не хотят о них заботиться. Поэтому у них только так. И никак иначе. Если ты приедешь туда в Америку, допустим, даже, и ты там типа не будешь работать, он скажет, ладно, сиди дома. Тебя заклюют все вокруг. Просто заклюют и его, и тебя. И это будет считаться неправильно. Это в их культуре это считается неправильно. Так что не надейтесь, что вы приедете в Америку и будете там сейчас, вас кто-то будет содержать. Нет, нет, нет. Больно ли выжигать? Больно. Hello, guys. Hi. больно, конечно, но не читала «Богатый папа, бедный папа», нет. Больно, но я к боли отношусь философски. Вот он когда делает, допустим, мне, я так... Просто начинаю дышать. И знаете, как боль? Когда... за болью, на самом деле, это очень интересно. Интересно наблюдать за болью. Вот, вот допустим, что такое боль? Это раз в мозг поступила информация, и тело содрогается, сокращается там, и все, и ты избегаешь, тебе хочется там убрать руку или что-то, допустим. Ну, конечно, если там не жжешь себя с зажигалкой, но ты же знаешь, для чего ты пришел. И, конечно, есть какой-то рубеж там, допустим, когда, ну, там, маленькая у меня делает 5 секунд, ну, секунд 5-7, можно потерпеть. Конечно, если это будет там 10-20 секунд, надо подождать. Фу, подождите так, о, перерыв. Дальше поехали. Вот. И надо наблюдать за болью, как будто она не охватывает все ваше сознание и тело, а как будто вы ее контролируете, и она где-то там кусочками, частью, вот так, эта боль. Когда вот рожать будете, вам пригодится. И так, паспорт не нашла. В Москве паспорта нет, здесь нет. Я не знаю, у какой-то, наверное, сумки лежит или где-то. Я не знаю, где паспорт мой, правда. Какой национальность самый лучший муж для русской? Как считаешь? Мне кажется, для каждой по-разному. Я не могу сказать свою... Я вам сейчас скажу, а потом это... Это будет мое личное мнение. Не знаю. А потом я еще замужем не была. Как замуж выйду, скажу вам. Какой лучше. В России когда была последний раз? Вот в июне. В июле, наверное, после... Да, в июле, в начале июля. Стрёмно как-то объяснять парню про брак, свадьбу, как будто напрашиваешься. Нет, не так. Почему напрашиваешься? Ты говоришь ему, ты знаешь, для меня отношения очень важно, чтобы... Это были серьезные отношения. Я не готова терять время, я не готова там просто встречаться. Я хочу семью, я хочу детей, и все. Я хочу серьезных отношений. Для меня серьезные отношения – это когда вот так. Ты имеешь право, твое, ты защищаешь свои интересы. Что значит навязываться? Не нравится? Тогда, извини, я должна идти дальше по жизни, и тогда уже отшвартовываюсь и иду дальше. И ищу то, что мне нужно. А то, знаешь, можно 2-3 года, 5 лет встречаться, потом он скажет, ой, я не готов.
И 5 лет вашей жизни, как говорится, ну понятно, когда ты любишь там, да, но все равно 5 лет вашей жизни, считай, потрачены, вы могли бы уже там замуж выйти, если вам это прям надо, и детей родить. Ну вот мой муж не хочет, чтобы я работала. Ну, здорово. Ладно. Доброго времени суток, доброго. Зашел к леди в комменты, там проклятие до рецептов котлеты. И продажи от проклятия до рецептов котлеты продажи гаража дошли. Весело, однако. Прикол. Я так 6,5 лет потратила на него. Ну вот, видишь. У нас время сколько? У нас 1:37. В одежде я не распотрошила. Да нет, у меня чемодан разбирала же моя домработница. Там нет ничего. В одежде. Только в какой-то сумке, может быть. Я все сумки посмотрела. Больше нигде не может быть. Ну ладно. Верите, любовь с первого взгляда? Ну, вообще-то все бывает. Почему нет? Ладно, идите, я зашла на 5 минут. Hello, Dan from Alaska. Hi. Такое чувство крутое, когда Бон читает твой коммент. Спасибо. Верите, что расположение планет влияет на нас? Я верю, что Луна точно влияет. Маница жениха нашла. Давно не видно я с тобой. Маница нашла жениха. Маница. По секрету вам скажу. Скоро замуж выходит. Вот так вот. Как вам Japanese style? Такие уродские стрелки. Я хочу, кстати, свой фильтр сделать. Как вы считаете, на Инстаграм? Мне кажется, я очень крутой фильтр сделаю. Как сделать свой фильтр? Подскажите, пожалуйста.